Так, начинается второй тайм. Команда «Алмаз» один лайк. В воротах произошла у команды «Алмаз» замена. На ворота вышел Юнусов Амир. Гараев. Гараев с мячом. Юнусов. Ой-ой-ой, опасно. Штанга. Сильно Гараев на Минеева. Афанасьев. На Гараева. Гараев обыгрывает. Команда лайк. Карпетян. И сильно вперед. Афанасьев перехватывает. На коротке пытаются меня с Афанасьевым разыграть. Юнусов Амир ловит. Да, сказывается, конечно, вот разница между ребятами. Я фиксирую аут в пользу команды лайк. Загайнов. Гараев, Искандер перехватывает мяч. Защита лайка. Убивает ваут. Гараев на Минеева. Удар. Но вратарь отбивает, но добивание, к сожалению, Минеев не успевает повторно нанести удар. Судья показывает, надо перебить. Афанасьев. Ой-ой-ой, тут уже откровенно цепляют за ноги Гараева. Штрафной в пользу команды «Алмаз». Сразу же на коротке разыгрывают. И потеря мяча. Аут в пользу команды «Лайк». Гараев. Но судья все-таки фиксирует штрафной удар в пользу команды «Алмаз». Вместо Загайнова выходит Сафин Данияр. Гараев удар. Нет, это зрячая передача на Минеева. Поставь марку! Игру обозначать.
там под давлением, когда все шли. Thank you.
Карапетян на Загайнова. И опять... Ой-ой-ой-ой-ой. Карапетян, Малик спасает команду. Оставляет в игре. С ленточки буквально выбивает мяч. После удара команды Лайк. Гараев, Минеев, Минеев на Гараева, Гараев, неточная передача, и команда Лайк бежит в контратаку. Юнусов, судья показывает, что команда Лайк должна подать угловой. Удар, штанга. В команде Алмаз замена. Вместо Гараева выходит Холкин. Удар, опять штанга. Наши вратари сегодня заколдовали. Юнусов отлично парирует. Удар в ближний угол. Вратари команды Алмаз сегодня явно заговорили штанги. Вперед. Холкин выбивает. И команда Лайк теряет мяч. Аут будет сбрасывать команда Алмаз. Один. Холкин, Ранель. Минеев. Юнусов на Карапетяна. Удар, Юнусов на месте. Да, приходится что-то вратарям команды Алмаз сегодня поработать. Афанасьев сильно вперед на Минеева. Минеев на Сафина. Сафин перевод на Загайнова. Загайнов. Минеев, гол! Убежали в контратаку ребята из команды «Алмаз-1». Но здесь надо отметить Загайнова Артема, который поборолся за мяч и достал его с линии. Встрепенулась команда «Алмаз» сразу после забитого гола. И Лайк вынужден сильно вперед. Афанасьев. Сафин Даньяр, не жалея себя. Вместо Сафина выходит Гараев. У нас пауза в матче. Гараев на
Ро, ну, обыгрывает Загайну, Айминеев. Минеев борется. Загайнова, Загайнов. Что ты делаешь? Давай, поднимайся! Горис! Минеев прессингует, Загайнов должен зацепиться за мяч. Давай, молодец, Даня. Афанасьев. Карапетян. Отлично, Карапетян. Юнусов. Юнусов фиксирует мяч. На Гараева. Гараев дальше на Минеева. Минеев по бровке. Берет игру на себя, отыгрывает на Гараева. Гараев шире на Загайнова. Загайнов обыгрывает. Молодец. Спинка, спинка. И судья фиксирует толчок в пользу команды Лайк. Поднимайся, Илья. Да все хорош. Вперед давай. Выпинова! Гараев с мячом. На Афанасьева. Афанасьев в центр. Юнусов. На Афанасьева. Афанасьев в центр на Минеева. Минеев видит Гараева. Гараев побежал. Удар. Афанасьев должен побороться. Да, поборолся. На Карапетяна в центр на Минеева. Минеев. Карапетян. Воля, парень начал. Воля. Минеев с мячом. В подкате игрок команды Лайк выбивает. Афанасьев вводит мяч в игру. И матч заканчивается со счетом 3-2. Ребята показали характер.